Нет, нет, Дима, допустим, на файлообмене. Файл. Это был клуб, там была баня, сауна, значит, это знаменитый бассейн и казармы для обслуживающего персонала. Ходят легенды о том, что там этажность около даже 7 в глубину, а остальные все сооружения были просто деревянные, временные. Казино находилось на поверхности клуба. Это были деревянные строения. Ведь началось это строительство этой ставки еще Красной армии. Похоже на то, ну и гриф секретности, насколько я знаю, до сих пор еще не снят. На данный момент нет. И сомневаюсь, что в ближайшем будущем будут произведены какие-то археологические работы о вскрытии и возможности туда. Тисяч військовополонених, які працювали на ставці, вони були розстріляними. Там буде історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв фашизму. Їх треба освободити від займаємих должностей і привлечь к уголовной ответственности, потому что они создают памятники Гитлеру. Они создают определенные места для того, чтобы поклонение новых уже структур политических и неофашистов имело место и определенную мекку даже создавать. Картина тоже может быть оттуда или... Это Гиннес, кто это? 8-го, у нас действие 8-го.